Вы набрали 200 лайков, и теперь я снимаю ролик с голосом. Я знаю, что вам нравится формат с голосом. Так что, если на этом ролике набирается 300 лайков, то я снимаю еще один ролик с голосом, в котором я буду говорить про топ-5 лучших автокликеров для Blockman Go. Ставьте лайки и рекомендуйте этот ролик своим друзьям. Все в ваших руках. Ну а теперь переходим к самой теме ролика. В сегодняшнем ролике с голосом я хочу поговорить о Blockman Go в 2018 году и в Blockman Go в 2021 году. Надеюсь, что вы поддержите этот ролик лайком и подпиской, ведь именно лайки и подписки мне дают понять, что вам нравится такой формат, то есть формат с голосом. Ну а если на этом ролике наберется 10к просмотров, то я спалю лицо. Продвигайте этот ролик как только возможно, если вы хотите увидеть мое лицо. Начнем сравнение с Бадварса в 2018 году и в 2021 году. Первое, что мы будем сравнивать, это баги. На самом деле багов в 2018 году было больше, чем сейчас. Поэтому Blockman Go 2021 года получает 1 балл. Если зайти на канал Мацуна и посмотреть, какие у него были видео в 2019 году, то можно увидеть, что у него эти видео были только про баги. Потому что в 2018 году почти во всех играх Blockman Go было очень много багов. Следующее, что мы будем сравнивать, это простота игры. В 2018 году было все намного проще, и все игроки играли в удовольствие. Никакой игрок даже не задумывался, чтобы фармить. Все играли спокойно и умеренно. Также в Бадварсе не было никаких лишних кнопок, не было лишних инвентарей, не было лишних вещей. Было все то, что только нужно. Это инструменты, блоки, броня, меч. Ну, больше почти ничего и не надо. В Бадварсе, который у нас сейчас, происходит дичь. И второй инвентарь, и лишние кнопки. И какие-то непонятные вещи, парашюты, драконы, зачем их добавляли, никто не знает. Разработчики вообще не прислушиваются к мнению игроков. Добавляют какие-то удочки, драконов, непонятное строительство, какие-то отталкивания, непонятные эффекты, от которых у всех лагает. Разработчиков просят, чтобы это все убрали, но разработчики как будто это вообще не слышат. Поэтому Blockman Go 2018 года получает 1 балл. Следующее, что мы сравним, это таргет в Бадварсе. В Бадварсе в 2018 году не было таргейтеров. Все играли в удовольствие, как я уже ранее говорил. Никто никого не таргейтил. И никто не торопился атаковать. Все лутались вначале, потом покупали себе блоки, строились на центр, покупали броню и потом атаковали. В 2021 году появилось очень много таргейтеров, и очень многим людям в Бадварс играть практически невозможно. Бывает, попадаются таргейтеры, которые атакуют первую же секунду. И даже не успевая залутаться, тебе уже сломали кровать и убивают. В 2018 году Бадварс была игрой, в которой можно расслабиться после какого-то трудного дня. Сейчас же Бадварс — это просто игра для спидранеров, для людей, которые просто хотят таргетить и фармить в Бадварсе. Если же зайти в Бадварс, чтобы отдохнуть, то пока ты будешь лутаться, тебя уже сломают и убьют. Самое главное, что в 2018 году не было дюперов ТНТ. Никто не юзал ТНТ зельки подряд. Все играли на равных. В 2018 году еще не было рун. И абсолютно все дрались на равных. Поэтому Blockman Go 2018 года получает еще 1 балл. Теперь поговорим про оптимизацию игры. На самом деле в Blockman Go 2018 года было намного больше лагов, и оптимизация была более низкая, чем сейчас. Но в 2018 году не было никаких эффектов,
Ни от кого не исходили всякие драконы, эффекты меча, эффекты следа и так далее. Но все же у большинства игроков лагает именно от эффектов в Бедварсе. Поэтому будет честным посчитать, что в 2018 году было намного меньше лагов. Ведь сейчас от эффектов лагает очень сильно и очень многих игроков. Поэтому Blockman Go 2018 года получает еще один балл. Про Бедварс мы поговорили, и теперь мы поговорим про ивенты. В 2018 году ивенты были намного круче, и большинству игроков эти ивенты нравились. Это были рулетки с чувством интриги, когда ты крутишь рулетку и желаешь, чтобы тебе выпала вещь. И поучаствовать в этой акции мог каждый, просто накопив много монет или кубов. Эта акция была доступна всем игрокам. Там можно было выбить очень крутые вещи. От тыквы до плаща. И от крыльев до облака. Ивенты с нормальными вещами в 2021 году были только донатерские. Поэтому Blockman Go 2018 года получает еще один балл. Теперь поговорим о самом главном, это о комьюнити. На самом деле в 2018 году я не встречал людей, которые бомбили из-за того, что они проиграли в катке. Я считаю, что в 2018 году комьюнити БГ было намного спокойнее, и все люди были намного адекватнее, чем сейчас. Ведь если игроку не дашь пазл, то он готов сделать на тебе разоблачение и злиться на тебя до конца жизни. В 2018 году же было намного спокойнее. Если какой-то человек проиграл катку в Бедварсе, он даже не думал бомбить, обзывать кого-то, говорить, что он нуб. Если даже человека убили с ТНТ, он скорее всего просто выйдет и не будет агриться. Поэтому Blockman Go 2018 года получает еще один балл. И Blockman Go 2018 года победил Blockman Go 2021 года со счетом 5-1. На самом деле я считаю, что это абсолютно честный счет, так как Blockman Go с 2018 года очень сильно просел. Я считаю, что это сравнение получилось достаточно объективным. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до этого момента. Я очень надеюсь, что вам нравится этот контент, контент с голосом, и вы будете поддерживать его. И не забывайте, если на этом ролике набирается 300 лайков, то я снимаю еще один ролик с голосом, и в нем я буду говорить про топ-5 лучших автокликеров для Blockman Go. Я очень постарался над этим роликом, и я надеюсь, что вы благодарите меня лайк. Тогда я пойму, что вам нравится формат с голосом. И не забывайте, если мы набираем на этом ролике 10 тысяч просмотров, то я сливаю свое лицо в сообществе. Все в ваших руках, вы можете ставить лайки, писать комментарии от 4 слов, это продвигает ролик. Также делиться этим роликом со своими друзьями. Все в ваших руках. Тот, кто досмотрел до этого момента ролик, напишите в комментариях, что я досмотрел ролик до конца. Спасибо большое за просмотр, желаю хорошего настроения и приятного просмотра катки. The sky. We are heroes too.
been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.